Если я в последнее время нервный и раздраженный, что это может значить? Ну, это значит, что ты нервный и раздраженный. Мы справимся вместе. Судя по уликам, преступление было связано с наркотиками. Что бы ты ни пытался спрятать, шериф это найдет. Я ничего не прячу. Все что-то прячут. Мы тут все просто из шкуры вон лезем. Пытаясь держать все под контролем. Американская ржавчина.